Здравствуйте. Слушай, а он до 17 апреля, представляешь? Просрочен. Блин, он просрочен реально. Слушай, а черная икра тоже в Азбуке Вкус просроченная? Нет. Просто смотрю, вот сок купил, он просроченный. Здесь? Да. Блохеры пришли. Ага. Дядя Саша, отравишься? Он же просрочен. Блин, я и забыл. Блин, напоминал бы. Да. Здравствуйте. Я Юрий, директор магазина. Юрий, директор магазина. Я слушаю вас. Вот пора сухарями запасаться, Юрий. Да, я понимаю, вы снимаете, правильно я понимаю? Обязательно. Я не даю своего согласия на фото-видеосъемку. Ой, прошу, брать начинается. Камеру. Здесь не требуется согласие. Сан, что делаешь? Я смотрю, может, стерлядочки, белуги тут купить. Решил пообедать. Вот, сок я уже купил тебе на обед. Находимся у вас вкусно на Литейном проспекте. В городе Герой, Ленинград, Литейный проспект, дом 26. Сок-то вот, нормальный? Вот сегодня сок такой будет. Обед для дяди Саши Патриота. Такой смузик для энергии. Кстати, ништяк. Сок-то хороший? А? Сок-то хороший? Ну, на вкус, да. А по срокам? Че? По срокам. Слушай, по срокам я так не проверял, но... Это же Азбука Вкуса, они говорят, у них все качественное. Ну, давай проверим, если ты так хочешь. Слушай, а он до 17 апреля, представляешь? Просрочен. Блин, он просрочен реально. Слушай, а черная икра тоже в Азбуке Вкуса просроченная? Нет. Просто смотрю, вот сок купил, он просроченный. Здесь? Да. Не может быть. Ну вот, как не может быть. А сегодня уже 21-е. А сегодня уже 21-е. Да. Вы от Азбуки Вкуса или вы его? Вот... Нет, я здесь гость. Я представитель именно жемчужины Каспия. Да. Здравствуйте. Я Юрий, директор магазина. Юрий, директор магазина. Юрий, держите. Я слушаю вас. Вот пора сухарями запасаться, Юрий. Ты купил, думал, что сок. Вообще. Да, я понимаю, вы снимаете, правильно я понимаю? Обязательно. Я не даю своего согласия на фото-видеосъемку. Ой, прошу, брать начинается. Здесь не требуется согласие. Не требуется. Вы хотите выглядеть глупо, пожалуйста, можете повторить еще раз то же самое на камеру, что согласие не дается. Вот. Вернусь к сути проблем, вашей проблемы. Купил, думал, что сок. Подходит ко мне Кирилл Викторович и что-то... Спрашивают меня, а что ты купил такое? Я говорю, время обеда, сок, смузи купил. Надо подкрепиться. А ты дату производства, сроки годности смотрел? Я говорю, нет, это же Азбука Вкуса. Ну, они говорят, ничего не бывает там просроченного. Совершенно верно. Прочего. Ну, Азбука Вкуса, ни один человек говорит, мы не торгуем просроком там и так далее. Я говорю, ну, если ты так хочешь, давай я посмотрю. Сказал я Кириллу Викторовичу. И посмотрел и обратил внимание, что все-таки торгует Азбука Вкуса просроком. Вот срок годности истек 17.04. Вы меня отравить вздумали? Уважаемый покупатель, еще раз. Я вопрос задаю. Не даю своего согласия на фото-видеосъемку. Оно и не требуется. Товар в Азбуке Вкуса не продается. А что он делает здесь, в Азбуке Вкуса? Вот пробито вот на этой кассе. Вы знаете, мы обязательно проверим, кто его принес. Обязательно проверим. Когда его принесли. Обязательно может, проверьте. Может, кто-то его принес, да? Обязательно и проверьте. И согласие на фото-видеосъемку мы не даем. Еще раз вам повторяю. Согласие не требуется. Дату видите 17? Нет, не вижу. Не видите? Нет. Вы профнепригодны, если не видите? Вы слепой? Я вам уже все объяснил. Дату 17 видите? Мы не даем. Дату 17 видите? А вы меня слышали? Слышали. Тогда, если вы не даете согласие на съемку, то мы тоже не даем на видеосъемки. Юра, иди снимай камеры все в Азбуке Вкуса. Все свои. А потом мы демонтируйте их, пожалуйста. Выключить свою. Да, я думаю, вы меня услышали. Еще вопрос ко мне есть? Нет, не услышали. Почему вот это продается? Вопрос я задал. Вопрос, Юра. Это товар для питания товар детей с 3 лет. Вам не продавался. Как не продавался? А вот это что такое? Вот сам товар. Здравствуйте. И чек. Готов в одном комплекте. Что это не продавалось? Это самое яркое доказательство. Мы вам не даем. Да, причем видеосъемка. Вы меня слышали.
Мне сейчас сказал какой-то человек, который представился директором, является, судя по всему, недодиректором данного тухлого притона. Вы требуете или говорит, просто? Говорит, что, так, что мне товар не продавался. Не того, что доказательство того, еще раз, говорю еще раз, что товар продавался. Вот у меня в руке товар и чек. Согласен, что вы на входе видеосъемку мы не даем. Юр, дуй, пиши по-собственному, а. Вы меня услышали. Дуй, пиши по-собственному. Еще вопросы есть? Вопросы есть. Задавайте. Почему говно продается в твоем магазине, Юра? Ты меня отравить решил? Пройдите курсы воспитания. Пройди ты курсы воспитания, чтобы так юлить, короче, перед покупателем твоим. На фото, видеосъемку. Юра, ты попугай? Вы меня слышали. Юра, ты попугай? Вы меня прекрасно слышали. Юра, ты попугай, задал тебе вопрос. Я вам все ответил. Все ответил? Ты не на своем месте, Юра. Ты в курсе? Я не в курсе. Нормальные директора. Ты не на своем скажут, месте. Извините, если товарищ. Вот так обосравшись по-русски говоря, вилять жопой. Как давайте девушка себя ведешь? Вызовем полицию и уже разбирать. Вызовем дальше. Обязательно. Вы можете подать заявление. Вызовем обязательно. Вот это, вот это изымется протоколом осмотра места происшествия. Если это наш товар, то, конечно, да. Изымется. Если это вы принесли в своей сумке большой, Юра, то Юра, мы это проверим. Юра, дуй, смотри камеры. Мы по камерам все проверим. Дуй, смотри камеры, прежде чем развивать здесь рот и что-то подобное я говорить. Я вам все объяснил. Не хамите, пожалуйста. Вот я тебе тоже все объяснил. Короче, слушай сюда, Юра. Не хамите, пожалуйста. Тебе не хамят, тебя призывают. Тебя, Юра, призываю слушать сюда. И скажите, кто вы и как. У хороший ракурс, у камеры, очень хороший, меня видно, так что не жди. Еще раз, согласие на фото видеосъемку мы не даем. Да мне твое согласие, как трамвай, шоколад. Вы в курсе, что не имеете права запрещать? Я попил сок просрочен. Вы не у себя дома, Юра, вообще борзел, судя по всему. Вопросы еще есть? Вопросы есть, задавайте. Вопросы тебе были заданы, ты виляешь здесь, просто вот не по-мужски себя ведешь. Вот, на мой взгляд, ты занимаешь здесь не свое место. Слушай сюда теперь, то, что я хотел сказать. Откуда такие разговоры? Слушай сюда, я тебе говорю. И ротик прикрой, когда тебе разговоры говорят. Разговоры откуда такие? Слушай сюда. Хамские разговоры откуда такие? Так как сегодня, вот это самое мероприятие в центре города. Я прекрасно понимаю, что менты будут ехать часа 3-4, а может быть и больше. Нет, приедут быстро. Полиция приедет вот быстро. У нас нет ментов, у нас полиция. Поэтому. Мало ли вы не знаете. Может быть вся полиция, но я знаю точно лучше тебя, что есть и полицейские, и менты, и даже мусорье поганое. Вот. Поэтому, позвонив по 102 или по 112, ты тоже никогда не знаешь, кто к тебе приедет. Теперь. Вот фиксируем все это еще раз на видео. Мы будем проверять. Иди разберись, ваш или не ваш, прежде чем утверждать, что не ваш. Не наш. Чек есть, товар есть. Показать, где брал, могу показать еще и следственной оперативной группе. Но хорошо, покажите. Но в связи с тем, что, скорее всего, сегодня ждать долго в такой день, сегодня 21 апреля, мы вернемся с этим говном завтра. Чтобы, всем доброго. Чтобы с тебя спросить, вызовем сотрудников. Не знаем чего, полиции или ментовки. Вот и будет изъято протоколом осмотра места происшествия. Вот это дерьмо. А в общественном месте фото и видеосъемку не запрещаете? Поскольку я не даю своего согласия, я не да мне ваше согласие чихать я хотел на него. Чихайте. Чихнул уже давно. Чихайте. Если, считаешь, если вы не заметили, то я чихнул уже нарушены, давно. Имеешь право подать исковое заявление в суд. Причем, вот, когда вы раз пять повторили еще. А потом уже возместить представительские расходы выигравшей стороне. Всего вам доброго. До свидания. Так сюда. Вот мы проверим. Проверяйте. Можете пока здесь, пока мы здесь находимся, да, можете проверить. Подавите женщину, придавайте. Вот здесь за кассой стоят. Кирилл, не общаемся. Вот, позовите, пожалуйста. Позовете или что? Требования к покупателю. Или будете дальше ставить тут? Чек с этой кассы? Ты говоришь, чек с этой кассы? Я не слышу. Посмотреть как-то можно, да? Нет. Как нет? Вы все, что ли, слепые, глухонемые здесь? Вы что тут цирк устроили, а, азбучники? Вызывайте полицию. Доказывайте, что товар наш. Все у меня. Это, смотри, вот я уже доказал, что товар Никита, ваш. Это не наш товар. Вот у меня чек. Вызывайте полицию, доказывайте, что товар и вот если я вдруг нахожу... А если окажется, что это ваш, вы будете балаболом? Будет установлена моя личность. То вы окажете балаболом. Ты уже будешь доказывать, что не ваш. Но посмотрев камеры, вот с СВКшниками, да, вы посмотрите камеры. Вот если ты настолько неострое создание, Юра,
И увидите, вот все моменты пересмотрите с самого захода. Вызывайте полицию. И для себя сделаешь вывод. И выясните. А спасать свой горящий пердак, я, конечно, понимаю, что ты сейчас хочешь, но... Вот, прям все, хрен все, вся информация. Давай, до завтра. Оформлять завтра приедем. Да, пердачки горят, разные способы. Не торгуем. Вот как вы торгуете, если человек товар все? Товар куплен. А касса какая, интересная? Не торгуют они. Ну вот касса. Вот это? Вот, да, вот здесь. Женщина, наверное, вот это? Я подошел. Я подошел. Товар, вот. Вам не продавали. Я к вам подходил. Ничего не говорим сразу. Вот, чек ваш. Есть провокация, ничего. А девушка что, в рабстве находится у вас? Сейчас надо черепушку на твою безмозглую, судя по всему, вылил отцу. Вот, но не хочу состав мелкой хулиганки вырабатывать. Вот, если ты так себя ведешь сыкливо, ничтожно. Сыкло. На мой взгляд. Все доброго, какие-то директоры. Давай, покедово сыкло. Девушка, если вы находитесь в рабстве, сообщите, пожалуйста. Мы этого директора уволим сразу. Покиньте магазин, пожалуйста. А с чего мне вдруг запрещаете находиться в этом магазине? Что, он должен сукуришку служить? А я обязан подчиниться вам, чтобы покинуть магазин? Памперс иди поменяй. Согласен на фото-видеосъемку, мы не даем. Вся страна будет знать. Да я у вас начнем с этого, я даже и не спрашивал ее. Но ей вроде сегодня не давал. Тебя вся страна будет знать. А я вам у вас и не спрашивал разрешения. Кто ты такой, чтобы вообще совместно хотя кто-то спрашивал разрешение? Не острый ты наш. Дома будете запрещать. Супруги, вот маме. Не острый. Родственникам своим будете вот запрещать. Подточить его надо. Вот стоп, но никак не мне. Я вам не имею права препятствовать. Ну, берите съемку, пожалуйста. А если нет, то что? Мы не давали своего согласия на фото и видеосъемку. А если не уберут, завтра то что? Придем, короче, просьба. Завтра придем, короче, завтра придем. Ваши просьбы отказаны. Да, от кофе, спокойно попить. И завтра еще раз 1000 повторишь это же самое вот на эту же камеру, что не даю согласия, ко-ко-ко, я не я, просрочка не моя, якобы не моя. Дуй, смотри камеры, Юра, пока. Всего доброго, до свидания. Опа. Ну что, Саныч, как тебе азбука вкуса? Директор Кокушин сковородки, да, изворотливает вообще. Давно таких не видел. Обычно признают, ребята, извинения приносят. Напишите в комментариях, кто и как его звать. А вот вам имя и я фамилия, думаю, этого директора. Пара, сейчас его имя начинается, видите, и на шник на своем заканчивается. Экране.